Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео я сделаю краткий обзор комплекта «Теплая пасека. Быстрый старт». Комплект предназначен для подогрева воздуха внутри улья в холодное время года, а также может использоваться для ускорения весеннего наращивания пчелиных семей. Комплект старт может обогреть до 10 ульев, его также можно расширить с помощью дополнительных обогревательных пластин для этого блока питания до 30 ульев. В состав комплекта входит обогревательные пластины 10 штук, хорошо запакованы. Вот такие обогревательные пластины. Дальше. Блок питания, который понижает с 220 до 12 вольт. Мощность этого блока питания 300 ватт. То есть, соответственно, можно к нему подключить 30 пластин обогревательных по 10 ватт. Цифровой терморегулятор сделан специально на заказ для этого комплекта. В чем особенность этого терморегулятора? У него длина шнура с датчиком, который определяет температуру, 30 метров. И также комплект проводов с переходниками для легкого подключения пластин к блоку питания. А сейчас мы подойдем поближе к розетке, и я вам покажу принцип подключения комплекта «Теплая пасека. Быстрый старт». Начнем подключение. Покажем на примере одной пластины. Достаем терморегулятор, блок питания. И переходники кабеля. То есть все переходники сделаны со специальными ушками. То есть вы легко их можете сюда прицепить. Не получилось немножко с первого раза. То есть на плюс ставим один цвет кабеля, на минус ставим второй цвет кабеля. Так, по технике безопасности сначала соберите вашу конструкцию, а потом все включайте в розетку, чтобы... Тут хотя и 12 вольт, но на всякий случай... Дальше. Вы берете свои провода и почему у нас нету проводов дополнительных? Потому что у каждого на пасеке расстояние до ульев разное. Поэтому мы решили, что каждый пчеловод индивидуально подойдет к длине провода, который ему необходим. То есть у нас есть небольшие... Берете провода, опять-таки... Удлинили, сделали необходимой длины нам провода, то есть до вашего улья. И теперь таким же способом подключаем обогревательную пластину. Здесь тоже очень быстро все подключается. Мы максимально сделали просто, чтобы любой школьник мог разобраться. Ну, подключил я немного неаккуратно, меня подвели немного с реквизитами, поэтому, когда будете делать, все-таки вот этих моментов не должно быть, провод должен заходить до конца. Вот, ну, для наглядного пособия, думаю, сойдет. И еще желательно положить эти провода в гофру, чтобы они не перетерлись или никто их не перебил на вашей пасеке. Дальше, мы подключаем терморегулятор. В чем прелесть его? Как я уже говорил, длина шнура 30 метров, я думаю, да... первого контрольного улья будет более чем достаточно. Терморегулятор имеет специальные два отверстия. У него есть несколько режимов работы. Нам понадобится либо на включение, либо на выключение тепла, либо можно выставить диапазон температур. То есть, например, можно выставить, когда терморегулятор плюс, там, допустим, при минус 5 включится и выключится, когда температура достигнет
например, плюс 15. То есть в шах 1 градус можно выставить любой диапазон. Это поможет максимально вам автоматизировать работу этого комплекта и не бегать вам постоянно, не проверять температуру. Все будет работать, делать за вас, включать и выключать терморегулятор. Как он, вот здесь на конце 30-метрового провода находится датчик. Он будет в конвуле вставлен. Соответственно, оттуда он будет снимать показания. Так. То есть, что мы делаем? Возле вашего места, где у вас находится розетка, мы вставляем терморегулятор. Он запустился. Настраивать я в этом видео не буду показывать, как он настраивается, да? Ну, выставляю любую температуру. И в него вставляет датчик. Ой, вставляется блок, извините, не датчик, блок питания, который с 220 понижает на 12 вольт. Все. Пластина начала греться, начала работать. Соответственно, этот датчик располагается в улье. Когда заданная температура достигнет температура ульи заданной, он выключит или включит в зависимости от вашей настройки. Ссылка на комплект «Теплая пасека. Быстрый старт» появится в этом месте. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока!